воды, признаков нет. Сколько? Бобин, это половина. Это не может быть. Как мы говорили в нашем предыдущем выпуске, на третий день нашего путешествия по Криту мы отправились в горы. Кстати, кто не видел наши прошлые выпуски из серии о Крите, переходите на наш канал в поисках хорошей погоды и не забудьте на него подписаться. Мы отправились в деревушку Зарос, рядом с которой находится красивое ущелье Святого Николая, или как его еще называют, ущелье Руос. Если на вас упадет камень с этой вот горы, то это только ваши проблемы. А у нас уже землетрясения сейчас не было. Оттуда от камня падает. Нас об этом предупредили. Чуть вашего сейчас постоянно крит трясет. Идем на свой страх и риск. Вот. Что, уже устали, да? Привал, да? В целом, мы достаточно легкомысленно отнеслись к этому походу. Обычно сюда приезжают в полном обмундировании. Зарос был отмечен на нашей карте как рекомендованное место к посещению, без дополнительных разъяснений. Мы тогда еще не знали, что нас ждет. Куда пойдем, в каньон или в монастырь? Короче, мы выбрали направо, в каньон. Это пчелу. Там сейчас будет водопад, я думаю. Ты думаешь, его и может не быть? Воды нет. Сколько? Бобин, это половина. Да не может быть. Мы на полпути. Водопаду воды признаков нет, ущелье полностью сухое, без понятия. Я думаю, водопад. Может, водопада мы не увидим. Может, и не увидим. Мы сейчас находимся в деревушке Зарос. Сюда приезжают для того, чтобы подняться в ущелье Святого Николая. Ущелье очень красивое. Мы поднимались, но, к сожалению, не полностью. Набрались, потому что очень тяжело было. Больше половины. Да, половина портрет. Вернулись. Сейчас находимся в отельчике Элеонос. Но он сейчас весь забит. Оказывается, невозможно снять даже номер. Представьте. Вот. Весь ресторан занят. Да, сейчас решили перекусить в таверне. Заказали греческий салат и сувлаки. Попробуем, насколько это вкусно. Пока мы ждем наш салатик, нам принесли масло. Масло местное, очень вкусное. Вот именно такой резкий вкус, который горло берет. Берем хлебушек, соль и вот так вот. Тема. Порция офигенная. Греческий салат 5, по-моему, да, евро? Угу. 5,50. Вот это все 9,50. Масло как аккомпанемент, я так думаю, и хлебушек тоже. Я пока беру масло, мне достаточно, потому что даже масло поесть. Греческий салат, сейчас масло еще нальем. Я кусок феты какой огромный, мы сейчас наедимся точно. Каждому. Я попробую кусок феты. Давай пробуй. А? Есть такой, безвкусный. Я еще добавлю масло, чтобы сладко больше было. Не называйте это шашлычком. Говорит Гордон Рэмси. Это не кебаб. Это сублаки. Кебабные. Там она уже полила. В смысле, она уже все читала. Да, нет ничего. Нет, 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 нет. И масло сверху, бабмани. Вы скоро с этим маслом превратитесь снова в супергероя. Да, человек масло, это что-то. Олифмен был. Да. С одной руки масло, а с другой руки огонь. Так. Мы начали подниматься очень рано. Людей практически не было. Но когда мы возвращались уже, то мы встречали каждые буквально 2 минуты кого-то поднимающегося. Брана тут выспался, позавтракал. Mm-hmm. И на целый день отправился в поход. Mm-hmm. Потому что это реально на целый день. Еду с собой взял.
еще вид на Москву. Всегда хотелось покушать в оливковой роще. И вот здесь это как раз оно. Ты кушаешь в горах в оливковой роще. Если почему она могла остаться, да? Ты можешь сделать вывод, да, что ожидание того стоило, что мы нашли еще одну локацию, которая кому-то точно придется по вкусу. Кто любит хайкинг, горы, можжевеловый запах. И? Монастырей. Тут есть монастырь, но мы не поняли, как к нему пройти. Там был мост, но он был довольно разваленный. Я наелся уже. Смотри, какие мурашки полазили. Короче, ресторанный уровень. Ладно, пойдем. Ладно, пойдем. Едем на пляж? Едем на пляж. Я говорю, вот, оливковая роща. Кушали в оливковой роще. Прям. А над ущельем, кстати, тучи. Да. Посмотри, самого ущелья мы не дошли. Мы где-то поднялись наполовину. Нормально. Нормально. Ой, возвращаемся мы немножечко другим путем, не таким, как мы прошли так ущелью. Налево? Да. Нет, туда, туда, туда. Вниз, ну, конечно, мы уже два раза так заблудились по маминым тропам. А, вон, смотри, вот там вот мы шли, вон. Видишь, все кактусы? Они все... Вау! Тут неужели тут вода есть? Мы нашли воду. Офигеть. Вода. Это та вода, которая там... Там воды нет вверху. Там проложены трубы. И эти трубы где-то здесь просто стекают, и все. Сейчас будет трехочковый в мусорку. Это они нас заманивают. Говорят, что там типа водопады есть, на самом деле нет. Там... Застрял? Вон монастырь Святого Николая. А дальше ущелье Святого Николая. Вот туда идти, пишу 4,5 километра. Но я думаю, это... 10 всех. Это 4,5 мили. Скорее всего, не километр. Но там очень далеко. Нужно быть подготовленным. Очень красивая гора. Смотри, какой вид. Оливковая ферма. Так интересно, что оливки разных сортов. Есть какие-то очень маленькие оливочки, такие малюсенькие, совсем напоминают какие-то семечки. Они уже созрели, и некоторые даже какие-то как вяленые. Только что мы сидели в отеле, в таверне. Там были такие большие, как каламата. Они только начали зреть. Видишь, зеленые. Они только-только темнеют. Видишь, какие оливочки. Они пока не черные, они фиолетовые. Вот они как зреют. Какие классные. Вообще бомба. Да. На пляж едем. Ты понимаешь, здесь написано было по Google картам 600 метров. Но я не думала, что 600 метров вот это вот вверх идти. Тут есть кряки. Да. Да, есть кряки. Которых мы вчера видели, Олега с Николасом. О, здесь форельки! О, рыба! Кушать! Ням-ням! Так вот, Ляна, какая огромная! Ну, да. Смотри, какие они большие! Это ж форель, я права? Да. Или это какие-то карпы просто? На... Ва, смотри, какой кряк плывет красивый! Смотри, прям на нас плывет! Вау, какой красивый! Будет? Он плывет, он думает, что мы его покормим. О, черепаха! Где? О, черепаха! После трехчасового похода в горы, который нас изрядно измотал, мы отправились восстанавливать силы на пляж. Всего в 30 километрах от Зараса расположился необычный пляж Матала. А собственно, в чем его уникальность, дальше в нашем выпуске.
сказала. Народу, конечно, нормально, как на этом пляжике. Прикольный пляжик. Конечно, едем дальше. Наверное, едем дальше, потому что, ну, в смысле? Типа, вообще, кстати, прикольно. Прикольная волна. Ну, в принципе, да, прикольная. Там душ, можно покупаться с полосой. Да, ну ты видишь, сколько людей. Супер круто, погода супер. Мы сейчас находимся на каком пляже? Мактау. Здесь есть такие волны, прям как в океане. Мне нравится. Мы уже тут 3 раза покупались. Было бы еще лучше. Ну, а так, если тебе тут нравится, но там появляется мусор. И... Водоросли. Да, водоросли. Есть большие камни, на которые можно наступить, там порезаться или, ну, удариться. А так, в принципе, мне нравится. У меня тоже нормально все? Да, у меня тоже все нормально. Хорошо солнышко светило, потому что мы сейчас греемся и мы уже сушимся. Мы сейчас находимся на пляже Матала. Тут жили хиппи. А может быть и живут, я точно не знаю. Но здесь очень большие волны и много туристов. Тебе понравилось? Да, понравилось. Вот даже не мелко. Тут вот заходишь на 5 метров и уже довольно глубоко, вот 2.5 метра. Парковочка 3 евро возле пляжика. Душ забитая есть. Полностью. Душики, раздевалочки, все есть. Вот даже магазины где-то там, но я их приехали, видел. 2 часика покупались и уехали. Да. А, я видел, у тебя огромная женщина, 120 кг лежала, без лифчика. Без лифчика? Вообще. Со знаменитым чем? Тем, что здесь же раньше жили хиппи. Откуда люди приезжают? О, нирвана есть. И ведут себя как хиппари, то есть они спокойно могут здесь... Да. Загорать топлес рядом с детьми. Вот. Набережная достаточно маленькая. Ну, даже набережной ее нельзя назвать, в принципе. Но много кафешек, люди сидят, никуда не спешат. Знаешь, хороший. Стоит приехать, чтобы покупаться на волнах, подурачиться. Да. Да. Согласен. Блин, красиво, красиво, красиво. Пойдем. Отсюда красивый вид, да? Гляньте. Не, ну море приятно пахнет. Как будто ты ешь устрицы. Вот такое впечатление. Не, ну прикольно, да? 100% какие-то хипари, наверное, поднарисовывали. И он даже есть подписи, видишь, некоторых. Вот. Нирвана есть. Хипаряны, видишь? Стоп, хипари. Да. Ну, стоп, ворс. Кто так говорил? Остановим войну. Хипари. А, Петро. Ну да, здесь будет Петро. Петр. А здесь... Вот сало. Вот сало, точно. Петро, вот сало. И вот все люди сидят. Можно различить просто по цвету стульев. К какой кафешке это относится? Даже из гирос. Кто-то голодный? Я немного. Я. У меня откатился навык сброс голода, как у мамы. Эта дорожка как бы нам говорит, куда нужно идти. То есть в любом случае здесь не заблудишься. Excuse me, do you have gyros? No, in a corner. Thank you. Гироса тут нет, а салат 5 евро. Греческий.
только можно догадываться, что это за церквушка. Она такая малюсенькая, но там есть лавочки, иконки. Там, я думаю, проходят службы, скорее всего. В поисках Гиреса день-два. Ой. Это, наверное, символ этого места, скорее всего. Такой самый хиповый автомобиль, который может быть. В поисках Гиреса день-три. Гирос мы нашли за 4. Нет, Гирос нашли мы за 8.90. Здесь... Do you have Гирос? Окей. No, thank you. Да. Можно там Гирос? Спроси. Что спрашивать, есть ли там Гирос? Сейчас узнаем. Окей, I will ask my parents. So, welcome to Matala. Этому оливковому дереву 600 лет. Но оно, видишь, засохло. Уже делали такую скульптуру. Написан гимн Маталы. Ну, жить здесь нет, а скорее всего просто, я же говорю, приехать на полдня покупаться, может быть, покушать немножко и поехать. Точка на карте отмечена. Мы зашли в несколько мини-отелей, попытались снять комнату. Многие из владельцев вообще не разговаривают на английском языке, что на греческом объясняются, ну, очень сложно. И когда говорят про ценник, то ценник где-то 50-60 евро за ночь. Скорее всего, поедем дальше, что-то поищем в соседнем городке. Стрит-арт, да? Поехали! Погнали! В каком кафе мы сейчас находимся, мама? Я не знаю, мы едем от Маталы и вот, от Маталы. От Маталы. Намотали уже столько сегодня. Намотали сегодня, так, да. Поэтому уже захотелось покушать. Плюс к тому, что здесь кушают местные, скорее всего, должно быть вполне. Я так давно ждала этого момента. Ну давай тогда, за хороший отдых. Подожди. Wait. За хороший отдых. В Греции даже санитайзеры обалденно пахнут. В этом санитайзере есть прополис, тимьян, алоэ вера и руки как будто кремом намазаны. Да. Что ты уплетаешь? Мы принесли гирос. Мы принесли сувлаки. По дороге в поисках отеля мы заехали в такое заведение, называется Элис Грилл Хаус. Тут мы плотно покушали, мы заказали гирос, мы заказали сувлаки, греческий салат, пиво, колу. Это все нам вышло 23 евро. Могу сказать про гирос, довольно хороший, вкусный порк, помидорчики, но соус... Соус тут просто йогурт, вообще без ничего. Не цадзики. Да, не цадзики. Тут котики ходят. Ну, в принципе, заведение хорошее. Мне понравилось. Да, да, топим дальше. Ого, какая туча сзади тебя. Серьезно? Нормальная туча. Мы сейчас нашли какой-то отель. Кажется, будто кто-то идет. Но мне это просто послышалось. Здесь никого нет. Наверное. Ну, мы уже третий раз дзинкаем. Никого нема. Приехали на Палм-Бич. Спускались, наверное, ступенек 500. Такое впечатление. Пришли, и тут начался резкий дождь. Мы спрятались в этой кафешке. До минут 15 ждали, пока пройдет дождь. А сейчас уже светит солнце. Ого! Как тут прикольно. Они хотят на нас напасть. Класс! Нам еще 68 километров.